В муниципалитете состоялось очередное заседание межведомственной антитеррористической комиссии. Вел заседание глава района Разиф Каримов. Участники рассмотрели ряд вопросов о принимаемых мерах по повышению качества профилактических мероприятий в сфере миграции, порядок оформления трудовой деятельности иностранных граждан, рассказала начальник отделения по вопросам миграции Галина Усманова. Второй вопрос касался профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма, а также тем, кто отбывал наказание за участие в деятельности террористической направленности и которые проживают на территории нашего района. Также был рассмотрен вопрос о деятельности средств массовой информации района по информационному противодействию терроризму и экстремизму. По этому вопросу выступили руководители СМИ Заинского района.